Привет, вы на канале у Татьяны. В сегодняшнем видео я вам покажу результаты моего труда. Вот у меня здесь на компостной куче выросло 4 красавца. Посмотрите, какие красивые кабачки. Именно на компостной куче я люблю высаживать семена кабачков, потому что именно на компостной куче они получаются намного красивее, намного вкуснее. И если вы посадите и у себя на компостной куче кабачки, вы будете их носить ведрами и раздавать соседям, потому что их столько будет, вы просто их устанете собирать. Дело в том, что кабачки — это прожорливая культура, которая очень любит плодородную почву. А все мы знаем, что компостная куча — это плодородная почва. Вот именно, посадите несколько штучек, и вы будете иметь больше урожая, нежели на огороде. Что же это у меня за кабачок? Это гибрид, самоопыляемый, голландский, под названием Кавили. Всем может быть известный этот кабачок. Это ранний кабачок, который дает небывалое количество плодов. Плоды очень нежные, сочные и бледно-зеленого цвета. Но в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать, чем я подкармливаю свои кабачки и почему я получаю столько урожая. Я подкармливаю кабачки обязательно травяным настоем. Как приготовить травяной настой или травяной чай, у меня на канале есть видео. Кстати, их несколько. Вот у меня травяной чай. Литр такого чая я развожу в 10 литрах теплой воды и поливаю каждые 5-7 дней. Это обязательное условие. Дело в том, что в травяном чае находится большое количество азота и микро-макроэлементов, которые так нужны нашим кабачкам. Как я уже сказала, кабачки очень прожорливые, поэтому я так часто их подкармливаю. Им это очень нравится. Это обязательное правило. Плюс ко всему этому кабачки очень любят золу. Поэтому у меня всегда рядом с компостной кучей находится зола. Я беру небольшое количество золы и просто посыпаю влажную землю. Или просто посыпаю землю под кабачками, а потом сверху заливаю водой. В золе находится большое количество микро- и макроэлементов, которые так любят наши кабачки. И еще вам забыла сказать один секретик. При посадке в лунку обязательно полейте лунку травяным чаем, но не разведенным. Вот такую баночку травяного чая нужно залить в лунку неразведенного. Для того, чтобы у вас были высокие урожаи кабачков, всегда срезайте кабачки. Если они достигают приблизительно 15-16 сантиметров, обязательно их срезайте. Это дает сигнал растению, что пора наращивать новые плоды. Если этого не случится, ваш куст просто-напросто получает сигнал, что пора образовывать семена. И у вас плодов не будет. Поэтому я каждый день собираю плоды. Вижу, что подрос у меня кабачок, срезаю его. И на этом месте появляется масса новых маленьких кабачков. Я советую вам высаживать именно голландские семена, потому что они действительно классные и стопроцентная у них схожесть. Плюс урожай несносимый. Если придерживаться всех этих правил, у вас на столе будут всегда свежие, сочные, зеленые кабачки. Не забывайте, что подкармливать обязательно, поливать обязательно. Но помните, что перекормить — это еще хуже, чем недокормить. И плюс перелить — это хуже, чем недолить. Потому что если вы будете переливать почву под кабачками, будет загнивание и листьев, и завязей. Так что все в меру. И тогда высокие урожаи вам гарантированы. Я думаю, что сегодняшнее видео оказалось для вас
интересным и, конечно же, полезным. Хотите иметь хорошие урожаи? Смотрите мои видео, и у вас будет все хорошо. Понравилось видео? Жмите лайк, делитесь с друзьями, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новое интересное и полезное видео. И до новых видео, и до новых встреч. Пока-пока!